сейчас немножечко расскажу, как мы добирались. В общем, выехали из Польши, из города Катовице. В Катовице там мы немножко, ну, побыли одну ночь, переночевали. И выехали где-то в 8 утра. В общем, проложили себе маршрут, чтобы не было платных дорог. Но мы вообще в этом направлении едем первый раз. И, конечно, не знаю, не могу посоветовать никому ехать этой дорогой, потому что ехали мы очень долго. Мы собирались доехать до Сплита, Хорватия, а получается, не доехали, 300 километров почти. Остановились в Боснии и Герцеговине, чтобы переночевать ночь и поехать дальше, потому что уже, ну, реально целый день в дороге. В общем, по дороге скорость нормальную набрать невозможно, потому что все время проезжаешь населенные пункты. В принципе, дорога хорошая, покрытие нормальное, все. Ну, везде ограничение скорости. И плюс доезжаешь, бывает, до таких участков, где дорога просто перекрыта, и постоянно надо ехать в объезд по каким-то селам. Вчера ночью чуть не заблудились уже, потому что заехали, а там дорожные работы, дорога перекрыта, а куда ехать назад, непонятно. Сейчас проезжаем Словакию. Не ожидала от этой страны, что она настолько тоже красивой природы. Большие горы красивые. Проезжали какие-то города небольшие, тоже такие дома там. Вот сейчас подъехали к Макдональдсу. Макдональдс тоже такого хорошего уровня, чистенько все, детские площадочки здесь, в общем, нормально. Зашли в Макдональдс. Все еще продолжаем свой путь по Словакии. Вот такие дома разные есть, более ухоженные и немножко победнее, но в принципе неплохо здесь люди, видно, живут. Заправиться, топливо немножко больше 2 евро за дизель. А это уже Венгрия. Здесь проезжали такие небольшие тоже поселки, но здесь как-то дорога более пролегает где-то в стороне от городов. Вот такой закат встречаем в дороге. В общем, еле-еле разобрались. И еще хочу рассказать, что тут надо пройти как бы 2 таможни. Заезжаешь сначала в Хорватию, ставят штампы в паспорта, и потом чуть-чуть проехал, ну как чуть-чуть, километров 50, наверное, а может даже 100, вот уже не помню, то ли 50, то ли 100, и заезжаешь в Боснию и Герцеговину, опять тебе ставят штампы, тоже такая напряженка, тоже едем первый раз, не знала, пропустят, не пропустят, как шо, короче, уже ночью так переживали, ну слава богу, добрались, и сейчас мы поедем опять в направлении Сплита, это же Хорватия, и как бы получается, что заехал в Хорватию, пересек Боснию и Герцеговину, и опять попадаешь в Хорватию. В общем, пока вот такая информация, сейчас сниму этот отельчик в Боснии и Герцеговине, ой, потом скажу, как это городочек называется, такое название я не запомнила. В общем, смотрите, дальше будет интересно. Мы находимся в Боснии и Герцеговине, заселились вот такой номер в отеле Hostel Room. Здесь, в принципе, все просто, ну как бы мы на одну ночь, 2 кровати, тумбочка, шкаф. Ну и, в принципе, тут больше ничего нету. Вид, сейчас покажу.
горы. Сегодня снимала рассвет. В принципе, нормально поспали, но условия тут не очень. Если кто-то будет заселяться, то такое, знаете, ванна, туалет стрёмненькие. Ну, а так ничего, переспать одну ночь можно. Так выглядит кухня. Здесь посуды, в принципе, кроме чашек и одной миски нету. Никто же не очень работает. Да, мы, конечно, не разобрались. Тут на первом этаже есть и посуда, и кухня большая, и холодильник более лучше. Ну что, ночью приехали, что-то можно было рассмотреть. В этот отель мы приехали в час ночи. И нам повезло, что из него выходили люди и позвонили на ресепшн или не знаю кому. И нам показали, где нам оставили ключи. А то вполне возможно, что мы бы не заселились туда. Кстати, мы были в городе Баньи-Луки. То я про отель рассказала, в каком городе он находится. В общем, Баньи-Луки. Даже не думали, что мы сюда заедем. Собирались до Сплита доехать. Но и отель, кстати, забронировали в Сплите. Booking денежку не вернул нам. И я написала, чтобы перенести даты бронирования. Тоже не перенесли. В общем, от Польши, если по этим бесплатным дорогам, до Хорватии так за день не доедешь. В общем, все равно где-то надо ближе останавливаться. Даже вот в Боснии и Герцеговине, то это далековато. Желательно где-то, что мы там в Венгрию проезжали, вот может быть в Венгрии где-то лучше стать. Так ближе будет, ну, более вероятно с комфортом доехать. Проехали вчера 943 километра, пересекли 4 страны. Значит, Польша, потом Словакия. По Словакии долго ехали, там все время маленькие эти городочки проезжали. Ну и маленькие, побольше города. И потом Венгрия, Хорватия заехали, потом Босния и Герцеговина. В общем, вот столько стран за один день. Красиво здесь, такие горы начинаются. Сейчас чувствую, поедем по перевалам. Дорога тут, это Баньи-Луки, идет в горы. Едем постоянно по такому серпантину, довольно-таки сложному. Крутые повороты. Обгон тут, конечно, желательно не обгонять. Ну, вон, обгоняют люди. Вот так вот. Красивое место и решили здесь остановиться. Здесь, смотрю, многие машины останавливаются, и люди идут гулять.
здесь какой-то отельный комплекс расположен. Вот находимся в таком красивом месте. Пейзаж, конечно, суперский. Приятно прогуляться, размять ноги после сидения в машине. Крутится водяная мельница и рядышком кафешки. Вот такое горное озеро. Здесь плавают рыбки, но здесь довольно-таки мелко. Немножко передохнули и едем дальше. Опять любуемся такими красивыми пейзажами. Ехали и приехали к вот такой красоте. Еще нам сколько до Сплита, Виталик? 80 километров до Сплита. Все еще едем по Боснии и Герцеговине. Там такое озеро большое, вот это оно, да? Мы его как-то объезжали с той стороны, но сейчас оно далековато, и с него вот река такая впадает. По выезду из Боснии и Герцеговины в Хорватию опять таможенный пункт, опять ставят штампы в паспорта. Я чувствую, за это путешествие у нас будет очень много штампов. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал. Дальше будут наши путешествия по Хорватии, приключения в Сплите. Я думаю, будет очень интересно. До новых встреч!